красном углу ковра Мустафа Гаджи Малач Дибиров представляет команду Республики Дагестан, город Кизляр. Мастер спорта России, тренируется под руководством Магомеда Расула Абдуллаева. Лучшие спортивные результаты, победитель первенства, бронзовый призер первенства мира, а также бронзовая медаль международного турнира Ивана Ярыгина. Мустафа Гаджи Малач Дибиров, Республика Дагестан, и стал обладателем золотой медали весовой.